Рай не треба забувати. Є три. Вот еще один игрок, вышедший на замену. Мкхитаряна отметил. Хорошая атака. Я бы в целом отметил атаку. Как Мишкин. Быстрый перевод на фланг. Придержал на фланге. Набрал еще дальше скорость. Крайний защитник. Мы говорили о том, что у Леши Гая нету скорости. Но даже его скорости хватило, чтобы ворваться туда. Да, есть мысли. И очень, конечно, умненький пас в серединку. Все как по нотам разыграно. Я говорю, как книжки. Ну, конечно, расстроен Сергей Ковалец, что тут говорить. Вот, но смотри, вовремя пас, вовремя пас. Ни на одну долю секунды не сбросил скорость Гай. Потому что чуть бы позже дал, Гай бы уже сбросил скорость. Чуть бы раньше, может быть, не успевал защититься. А так все было вовремя, все. Все как по нотам. Голубь сегодня красивый. Да, да. И комбинации.